Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодня в очередной раз затронем важную и значимую тему периодизации в нашем тренировочном режиме. Несмотря на то, что я постоянно в своих видео и статьях акцентирую на этом особое внимание, мне продолжаете вы задавать вопросы по данной теме. Не забывайте, что к периодизации, о которой я буду говорить в данном видео, необходимо приступать только после 2 лет построения силовой базы, которая будет мощным фундаментом для дальнейшей продуктивной и безопасной работы, заложив необходимые силовые возможности в наши с вами сухожилия и связки, кости, что в дальнейшем выльется в рост мышечной массы, без перспективы травмирования. Кто еще не знаком с моими статьями, посвященными первым 2 годам натурального тренинга, я выложу их в описании к видео. В первую очередь, периодизация важна именно человеку, тренирующемуся без поддержки фармакологии. Мы об этом с вами тоже знаем и постоянно говорим. Давайте разбираться, почему. Многие не понимают, что самое важное для любой работы, особенно для тренировки мышц, это здоровое состояние чего? Правильно, центральной нервной системы. При ее угнетении вы, конечно же, будете в состоянии двигаться и думать, но не будет той необходимой ментальной концентрации, которая и отличает бестолковый подъем тяжестей от серьезной и грамотной работы в тренажерном зале. От центральной нервной системы зависит количество включаемых в работу мышечных волокон, так как иннервируются наши с вами мышечные волокна, каждая отдельно, через нервные окончания, тоже отдельные для каждого мышечного волокна, по которым сигнал от центральной нервной системы поступает к мышечному волокну. Помимо того, что сколько мышечных волокон будет вовлечено в работу, состояние центральной нервной системы и самых нервных волокон влияет и на скорость передачи данного сигнала. Скорость передачи сигнала от центральной нервной системы к мышечному волокну и то, сколько непосредственно мышечных волокон будет включено в работу. Два первостепенных фактора продуктивной тренировки. Вы когда-нибудь слышали об этом? Нет, нам постоянно твердят что-то другое. Но линейное повышение рабочих весов или повторение от тренировки к тренировке, от недели к неделе, от месяца в месяц, а у большинства и от года в год, приводит к серьезной перетренированности, к перенапряжению, утомляемости центральной нервной системы. Вот о чем нужно думать в первую очередь и в чем заключается ошибка большинства. И их тренировки, не дающие никакого развития ни со стороны роста массы, ни со стороны роста силы, заключены именно в этом нюансе. Вот почему я рекомендую и сам придерживаюсь периодизации тренинга на каждой новой тренировке одной и той же мышечной группы. А не как большинство выделяют месяцы на развитие силы, еще больше времени потом тратят на развитие мышечной массы. Нет, это путь в никуда. Хотя он тоже лучше, чем линейное просто повышение рабочих весов. Но такой путь также приводит к угнетению и утомляемости центральной нервной системы и всего организма в целом. Ниже я перечислю вам все прелести подобного угнетенного состояния. Что же такое утомление? Утомление возникает в результате продолжительной интенсивной работы. А мы с вами, друзья, зачастую сочетаем оба этих фактора в своих тренировках, что снижает общую физическую работоспособность. Обратите на это особое внимание, и особенно на 2 момента. Низкоинтенсивное классическое кардио, а также чрезмерная силовая работа резко приводят к состоянию утомления, при котором коэффициент полезного действия любых действий сводится к нулю. Именно поэтому я рекомендую не превышать силовую часть тренировки больше, чем на 50 минут. И отказаться от монотонного, продолжительного, классического кардио для избежания состояния переутомления, если кому-то вдруг режет слух слово «перетренированность». Но главное понять, что повторяющееся долгое время любые действия приводят к утомлению центральной нервной системы.
и потери ментальной концентрации. Не зря в Америке, когда еще производства находились на ее территории, людей, работающих на конвейере, не оставляли продолжительное время на одной операции. Максимальный срок 2 года, но старались менять их почаще. Ибо капиталисты, в отличие от других, понимали, что утомленная монотонной однотипной работой центральная нервная система рабочего не позволит ему качественно выполнять операцию, что скажется на общем качестве выпускаемой продукции. Это ведь логично. Может, именно поэтому наша автомобильная промышленность находится в такой большой заднице. Ведь люди там десятилетиями выполняют одну и ту же операцию. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, из десятилетия в десятилетие. Я знаю, о чем говорю, так как отработал на АвтоВАЗе больше 15 лет. Слава Богу, я менял места труда постоянно, за что был крайне нелюбим начальством. Но такая работа, помимо утомляемости центральной нервной системы и снижения продуктивности труда, ведет еще к угнетению иммунной деятельности, что приводит к ухудшению общего состояния здоровья. Конечно, не это волновало капиталистов. Их в первую очередь волновало качество выпускаемого товара. Но и оно косвенно влияло на выпускаемую продукцию и прибыли владельцев. Ведь люди уходили на больничный, приходилось как-то постоянно менять состав. Но это уже отдельная история. Мы должны понимать и применять эти знания, чтобы избегать подобных состояний. И постоянная периодизация тренировочного процесса – лучший выход. К тому же он позволяет постоянно прогрессировать как в массе, так и в силе, и в выносливости, и в поджарости. Необходимо также понимать, что состояние утомления центральной нервной системы наступает не в результате истощения организма, а служит сигналом о изменении биохимических и функциональных изменений, снижающих нашу с вами работоспособность. Большинство из нас не только тренируются, но выполняют и большой объем умственной работы, которая способна привести к такому же состоянию утомления центральной нервной системы при условии ее постоянного выполнения на протяжении долгого времени. То, чем мы как раз с вами и занимаемся. Со школьных уроков, потом переходим в университеты и на рабочие места. Никто о нас с вами не позаботится, поэтому необходимо все это осознавать и выкручиваться нам самим. Спасение утопающих, как говорится, дело рук самих утопающих. Утомление, в зависимости от выполняемой работы, бывает нескольких видов. Острое, хроническое, скрытое и явное. Острое утомление возникает, когда мы с вами переоцениваем себя и свои возможности при кратковременной работе, которая не соответствует нашим физическим возможностям. К примеру, когда мы пытаемся использовать отягощение в становой тяге, к которому еще не готовы. Или присесть неадекватным весом, лежа пожать, неважно, поднять на бицепс. Причем малые мышечные группы утомляются и приводят к утомлению быстрее. Что же нужно делать, чтобы этого избегать? Мы поговорим чуть ниже. Хуже всего, если вы делаете это на постоянной основе, из тренировки к тренировке. Такая попытка приведет к снижению сердечной продуктивности, расстройстве в эндокринной системе и центральной нервной системе, нарушении водно-солевого баланса. Другими словами, регуляторные функции организма будут нарушены, и усиленное потоотделение на фоне всех вышеперечисленных нарушений покажется детской забавой. Следующее утомление хроническое возникает, когда мы тренируемся, несмотря на недовосстановление, то, о чем мы говорили в пункте выше, после предыдущей работы. При этом снижается работоспособность еще больше в целом, нарушается сон и аппетит, падает иммунитет, повышается риск заболеваний, теряется способность к обучению новым двигательным умениям и навыкам. Кстати, это относится к кроссфиту, поэтому там очень много травм. А о чем не говорят, очень много смертей, кстати, происходит на соревнованиях по кроссфиту. У меня есть об этом отдельное видео. Следующее утомление скрытое, еще называемое компенсируемое. При этом в состоянии вы можете сохранить высокую работоспособность за счет
наших с вами чисто волевых усилий. Но экономичность работы резко упадет. И если вы проигнорируете это состояние и будете продолжать тренировки, то приведете себя на следующую фазу. Явное некомпенсируемое утомление. Это утомление продолжает ухудшать работоспособность. Угнетаются функции внутренних органов и двигательного аппарата. Есть еще понятие «общее утомление», связано с нарушением регуляторных функций центральной нервной системы, а также координации двигательной и регуляторной функций. Локальное утомление частично блокируется эффективный сигнал, передаваемый мышечной клетке, ухудшая сократительные функции мышцы. Основными причинами возникновения утомления является постепенное угнетение деятельности центральной нервной системы и развитие торможения, обусловленное нарушением проводимости импульсов через синапсы. Как раз таки то, о чем мы с вами говорили выше. Избежать утомления мы не можем. Оно будет возникать в процессе любой работы. Но мы должны понимать опасность каждого из таких состояний и давать адекватный отдых нашему с вами организму. А программа тренинга, построенная по принципу периодизации каждой новой тренировки для одной и той же мышечной группы, позволит нам избежать негативных последствий перетренированности и угнетения центральной нервной системы и всех других систем нашего организма. Чтобы избегать перетренированности и угнетения центральной нервной системы, а значит сохранять высокую работоспособность, получая от каждой тренировки положительный эффект, нам нужно запомнить следующие правила. Классическое кардио мы с вами выполняем только как разминку и заминку к силовой тренировке. Не больше 10 минут до и после. Интервальное кардио не должно превышать 20 минут в отдельный от силовой работы день. Силовая часть тренинга длится 50 минут максимум, без учета времени, необходимого нам на разминку и заминку. Каждая новая тренировка для одной и той же мышечной группы носит новый характер нагрузки и направлена на проработку разных мышечных волокон. Надеюсь, я грамотно довел до вас информацию, и вы сможете адекватно составлять тренировочные программы самостоятельно.